Добрый день, друзья мои. Ну вот, хочу познакомить вас с Алиными перчиками. Посмотрите, какие они у нее красавцы. Такой самоварчик, попили чай с тортиком, знатненько поели. И вот я вам снимаю ее саженцы, растения. Посмотрите. Какой у нее везде порядочек. Видите? Это у нее лук эксибишн. Смотрите. Это какой-то цветок. Не знаю, апельсин, наверное, или лимон ли это. А вот это вот сухоцветы. Видите? Вот я возьму у нее несколько вот таких вот головок. Вот видите, сиреневые, у меня таких нет. Вот тоже у нее сколько все. Здесь вот наверху у нее томатики посеянные. Вот такие вот розы ей подарили сыночки. Это вот старший сынок. У нее два сыночка. А это вот младший сынок с мужем. Вот у нее какой цветок. Красиво. А как этот цветок называется? Какой? Вот этот. Это лимон. А? Лимон же. А, это лимон, да? Вот, вот Витя мне подарил же. А, вот. А я говорю... Вот какой цветок. Ну, держи его, Ал, держи в руках. Я не снимаю, не бойся. Да не бойся, не снимаю. Угу, красиво. Это как называется цветок? Вот а? Не знаю, как он называется. Не знаешь, как? А я сказала, вот это, говорю, розы подарил младший сынок и муж. Нет, нет, нет. А это значит, только младший сынок подарил. А это а вот... Саша, это Вася. А подарил. Это вот старший сынок подарил. А это... Ясно. Видите, горшечный цветок подарил. Вот совхоз Суховский, друзья мои. А вот там вот уже город Комсомольский проспект. Вон там он Колос, рынок. А вот там далеко-далеко-далеко на той стороне моя дача, друзья мои. Вот. Вот мои племянницы, вот там домик. Тоже у них свой дом там есть. А вот такие вот коттеджи. Но это еще вот не самые такие суперные. Есть еще на той стороне еще побогаче. Друзья мои, ну вот, посмотрите, какие у нее томатики. Здесь у нее дебарау разные. Здесь у нее минусинцы. Посмотрите, как все аккуратно. Вот какая все-таки она у нас аккуратистка. Все чисто, все красиво. Ой, моя золотая. А это вот гномики. Посмотрите, какие гномики. Это вот лабелии у нее. Нет, это не... Да, тут часть лабели, да. Ну, лабели у меня такой, кое-какие похожие. Это вот у нее петунии. Это вот лабели. Ну, у меня похожие. Здесь вот у нее перцы. Это у нее сальвия. Вот сальвия свои семена. Ал, ты чем-нибудь подкармливала, нет? Ничего, никого еще не кормила. Ну, вот все, друзья мои, все на... грунте. Грунт, да, грунт у нее покупной, смешанный с субстрактом, да. С брикетным субстрактом. Вот это у нее кабея. Это у нее перцы. Посмотрите, какие великолепные перцы. И вот там у нее наверху баклажанчики. Смотрите, какая красота кругом. Вот есть
сынка ее подарил. Вот такую вот штуку с подсветкой. Такая вот кругом у нее красота. Здесь у нее посеяны томаты, деты. Это у нее вот деты посеяны. Там я... Вон там они маленькие. Ну вот, друзья мои, я вам показала красоту племянницы. Какие у нее растишки красивые. Видите, вон какие баклажанчики. Разные наименования. И перцы у нее здесь разные наименования. Все, все без подкормки. Вот, Ал, нужно пикировать все. Вот там вот идет продолжение совхоза Суховского. Вот там где-то далеко-далеко моя дача. Ну что, Алочка, ты молодец. У тебя все по высшему классу. У меня, конечно, вон, видите, вот томатики. Это вот уже посеяны. Это, наверное, не деты, Ал. Это, наверное, индеты, томатики. Я не знаю, какие. Да, это индеты, индеты. Вон они какие длинноногие. Вот. Видите? Пикировать и пикировать надо. Да, работы непочатый край. Все кругом чистенько. Все красиво. Ой, у меня, конечно, все абы как. Одна рука ставит, вторая тут же все опрокидывает. Ой, ну я уже старая, ладно, мне простительно. Посмотрите, какое небо красивое, друзья мои. Всем всего доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.